Мурманская область отметила День молодежи. Мероприятия, посвященные празднику, прошли в разных муниципалитетах, а центральной его площадкой стала площадь Пять углов в областном центре. В этот раз организаторы приготовили для гостей праздника 9 интерактивных площадок. Расположились они от Пушкинской до Коминтерна. В сквере у ДК Кирова, к примеру, работала ярмарка вакансий. Ведущие предприятия региона рассказывали об условиях трудоустройства и перспективах карьеры. У нас очень много перспектив для молодых кадров. О, прекрасный карьерный рост, очень много программ социальной поддержки. Желающие работать могут в рамках программы «Профессионалитет» пройти обучение востребованным специальностям в плане металлургии, горного дела, обогатительного дела на базах Мончегорского политехнического колледжа и Печенского политехнического колледжа. То есть это те специальности, которые нашей компании востребованы сегодня, которые нам нужны. Впрочем, у фонтана не только говорили. Участники молодежного движения Кольской ГМК свой месседж решили донести через танцы. Современная компания, даже та активность, которую мы сегодня будем показывать и проводить, она достаточно цифровая, это цифровые танцы. Люди будут смотреть монитор, повторять движения, зарабатывать баллы, возможно, выигрывать мерч. Вскоре открываем в Мончегорске молодежный коворкинг. Будет пространство, которое будет заточено конкретно под рабочую молодежь, где каждый сможет чувствовать себя комфортно, как дома прийти, поработать, выпить чаю, пообщаться с друзьями или же найти для себя любой интересный формат времяпровождения. Тем временем на центральной площади начиналась основная программа праздника. Открывала ее вице-губернатор Оксана Демченко. Я желаю вам быть упорными, быть настырными в достижении своих целей. И я очень рассчитываю на то, что вы свое будущее неизменно свяжете с родным регионом и с нашей страной. Активистам молодежных движений Оксана Демченко вручила благодарственные письма от губернатора, а затем уступила место на сцене творческим коллективам региона. Илья Комлев, Даниил Пугачев, ТВ 21+.